Благоустройство территории – это сфера, в которой всегда есть к чему стремиться. Погодные условия, да и действия несознательных граждан приводят к повреждению инфраструктуры – скамеек, урн, пешеходных дорожек. Сегодня основная цель – это выработать систему нормальной уборки, содержания поселка. Мы пригласили директора МБУ «Дорсервис», чтобы показать текущее состояние, совместно обсудить планы дальнейшей работы, ну и, повторюсь, выработать систему, чтобы поселок содержался в надлежащем санитарном состоянии. Запланирована реконструкция старых площадок для сушки белья. До сих пор в поселке совхоза имени Ленина они пользуются популярностью. На такую необходимую вещь обратили внимание руководство Картинского отдела местные жители. Здесь сколько у нас домов, подъездов, эта площадка должна побольше быть. Вы прям вот полностью отметили, мы бы сейчас подрядчику такой вопрос показали. Есть возможность вот все это загнать, здесь почти 70 квадратных метров, многовато. То есть можно ее уменьшить или оставить в этих же? В этих же размерах оставить. Присутствие на встрече директора компании «Дорсервис» позволяло решить многие вопросы в течение нескольких секунд. Например, после возведения новой спортивной площадки неподалеку осталась старая плитка и демонтированное оборудование. Металл вам тоже надо сдавать. А у нас получается, что мы вот это сделали, и 3 недели у нас здесь. Забрать отсюда плитку и металл. Все, что осталось от старой отремонтированной детской игровой площадки. Хорошо? Завтра все отсюда убрать и на базу отвезти. Действительно, особое внимание на встрече уделили новым площадкам, которые появились в совхозе. На них уже вовсю занимается детвора, но, по мнению руководителя территориального отдела, подрядчик не до конца выполнил работу. Мы прошли по вновь устроенным площадкам. Есть замечания, подрядчик посмотрел, все принял, да, где-то надо убрать лишние камни, где-то собрать там мусор оставшийся, вот необходимо вывести старую плитку, которая осталась еще у нас на площадке, для того, чтобы торжественно открывать новую площадку, спортивную и детскую. Также на встрече обсудили вопросы подготовки территории к зиме и уборки снега. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.